Привет, друзья! Я Андрей. Я Женя. С вами проект «Мой формат». Вы готовы отправиться в очередное увлекательное путешествие? Тогда нам с вами по пути. Мы продолжаем наше путешествие по Прилетонию. Так называют степи, расположенные вокруг Эльтона, крупнейшего минерального озера Европы. Первая точка нашего путешествия – минеральный родник. Он находится в степи, неподалеку от озерного берега. Вот так выглядит минеральный источник, вода из которого впадает в реку под названием Большая Тмарагда. Вода в источнике минеральная, на вкус соленая. Люди, домашний скот и даже дикие животные приходят сюда пить эту воду. Говорят, что к этой воде быстро привыкаешь. И потом, когда пьешь уже другую воду, она окажется пресной и невкусной. Мы решили подняться на самую высокую точку Волгоградского Заволжья, гору под названием Улаган. Вы удивитесь, но ее высота всего 68 метров. Отсюда открывается просто шикарный вид на эту необъятную степь. Здесь всегда дует ветер, как сейчас. Да, у нас здесь очень часто дует ветра. В год, наверное, только месяц бывает без ветра. В основном дуют восточные, северо-восточные ветра. Летом бывают пыльные бури, зимой бураны. Много ветров. Край ветров у нас называется бесконечно. Под нами чистая соль. Улаган – это соляной купол, который ежегодно растет ввысь на 1-2 мм. Место, где мы сейчас стоим, 70 миллионов лет назад было островом, на побережье которого плескались волны Древнего моря. До сих пор на склонах Улагана можно найти следы древних организмов и растений. Мы нашли останки раковин белемнитов, аммонитов и двух творческих моллюсков. Эти создания жили здесь в мезозойскую эру. Она началась примерно 250 миллионов лет назад, закончилась 66 миллионов. Человечество на Земле живет около 40 тысяч лет. Какие же мы молодые! Довольно часто на Земле встречаются минеральные источники. Но редко где текут сразу 7 минеральных рек. Здесь они наполняют озеро Эльтон. Это место называют Семиречье. Чтобы обойти 7 рек Эльтона, придется пройти 140 километров вокруг озера. Каждая река обладает своим неповторимым характером, составом воды и внешним видом. Мы находимся в устье реки Хара. Ее протяженность более 40 километров. Это самая большая из местных рек. Я решила пополнить свою коллекцию фотографий необычных растений. Лук голубой встречается в степях от Астраханской области до Китая. Его луковицы съедобны, но мы проверять это не будем. Нам повезло найти тюльпан Гесснера или тюльпан Шренка. Он занесен в Красную книгу России. Очень редкое растение. Еще полюбуйтесь на этого касатика. Это растение также называют ирисом. Ирисы встречаются на всех континентах. Я никогда не думала, что в степях так много разнообразных видов растений. Романтично, правда? А говорят, выше по течению даже водится рыба. Весной и осенью на берегу Хары скапливается огромное количество птиц на перелете.
Дальние мигранты находят здесь место для отдыха и кормежки на своем долгом пути. К озеру можно добраться пешком или, как мы, на велосипеде. Часто бывает, что ночью навигатор заводит незадачливых автолюбителей вместо поселка Эльтон прямо в озеро. Техника после соляных ванн быстро ржавеет. Надеюсь, что наши велосипеды выдержат испытания солью и солнцем. Уникальное и неповторимое озеро Эльтон. Вот оно перед нами. В Эльтоне утонуть невозможно. Его можно перейти пешком, даже не замочив колени. В жаркий период года озеро вовсе пересыхает. Возникает ощущение, что заходишь в теплое масло. Здесь действительно очень мелко. Концентрация солей в озере Эльтон почти в полтора раза больше, чем в знаменитом Мертвом море. 200 лет назад здесь добывали уникальную розовую соль. Эта розовая соль очень ценилась. За год добыча соли достигала 10-11 миллионов пудов. Один пуд – это чуть больше 16 килограмм. Много. Много, действительно. В озере Эльтон нет воды. Оно заполнено рапой. Это густой соляной раствор с значительным содержанием брома. Рапа обладает общеукрепляющим, омолаживающим и противовоспалительным действием. Под соляной коркой, образующейся на поверхности озера, находится лечебная минеральная грязь. Она черная, с синеватым отливом. Пахнет сероводородом. О, соль! В рапе озера содержатся микроскопические водоросли – дуналиэлла солоноводная. Во время цветения этих водорослей поверхность озера Эльтон становится розовой. И так я могу пройти еще километров 15. Озеро очень мелкое, его дно покрыто солью, а под солью – лечебная грязь. Но подальше от берега соль становится твердой, и идти немножко неудобно, но все равно можно. Ребята, отправляясь в путешествие к озеру Эльтон, обязательно берите с собой чистую воду. Она вам пригодится, чтобы смыть с себя соль или просто попить. Будут новые путешествия и впечатления. Озеро Эльтон забыть невозможно. Пока-пока!